Всем привет, друзья! С вами Карабаш74, и сегодня мы посмотрим с вами на Катаси 5525 1994 года. Вот. Проснулся и смотрю, один мод всего есть. Сделал этот мод, я скажу, кто. Это Бубльгум, жвачка наша, любимая. Вот. Давайте я сразу прочитаю, чтобы нам потом не отвлекаться. Он, видимо, с Рони берет пример. Мод имеет 4 аддона. Сельхозный борт, платформа для перевозки леса, цистерна для перевозки топлива, ремонтный аддон, апок, не знаю, как правильно. Три вида колес, внедорожные, шоссейные, арочные, два своих груза. Анимацию. Подвеска. Подвеска анимации есть. Рамы, брызговиков, антенны, руля. На автомобиле имеется прорисовка салона. Настроено освещение. 10-ступенчатая коробка передач. КАМАЗ-15 мотор. КАМАЗ-74-03-10. Давайте будем разбираться по порядку, что вообще, с чем это все едят. Что касаемо последнего, я вообще даже представления не имею, что это. Кабина, знаете, один в один похожа на КамАЗовскую. Видимо, с небольшой доработкой. Вот. Стекла сделаны классно. Мне, знаете, мне нравятся стекла. Я вот уже как бы включил, пока перегонял и смотрел на стекла. Стекла вообще сделаны классно. Мне понравились отдельно. Отдельно замечу. Вот. Далее. Внешний вид. Рама, бак и все прочее у нас сделано в монотонном режиме. То бишь, у нас получается одна текстура на все абсолютно. То есть, мосты все одним и тем же цветом. У этого автомобиля не присутствуют почему-то рессоры. Каким образом, собственно, держатся мосты и как они будут амортизировать, вообще неизвестно. Рессоры отсутствуют. Это сразу же, естественно, минус. То есть поторопился, не доделал и все прочее. Но, как я и говорю, то, что текстура одна и та же, какая-то текстура гнилого железа, еще и растянутая вдобавок на раме. Вот, как-то так. Звук у нас имеется. КамАЗовский, естественно. Ну, вот эта вот перегазовка, то есть, когда мы поворачиваем руль. То есть, вот такая вот херня, она сейчас присутствует практически на всех модах. То есть руль почему-то сделан как отдельный девайс, то есть поворачиваемость руля. Залазим в салон. В салоне отвратительная детализация торпеды. То есть все это так размыто, расплывчато, что просто глаза режет, если честно. Далее, текстура сидений сделана вообще классно. Наложена текстура. Ручек открывания и закручивания окон отсутствует в принципе на дверях. То есть, видимо, если ты сел в эту машину, то уже никогда из нее не выйдешь. Вот. Либо, опять же, разбивать стекло и снаружи ручкой открывать. Ну ладно, это такой сарказм небольшой. По большому счету выглядит неплохо. Отвратительная текстура с зеленым цветом. Кабина. Не знаю, ну, по крайней мере, мне не нравится такая текстура. Уж не знаю, как кому будет, но... Он не стал лишнее заморачиваться, то есть лепить на него дефолтные аддоны, а поставил только свои. Прогружается. Ага, ну да, вот это у нас АРОК. АРОК это идет у нас ремонт, соответственно. Да, это ремонт. 1000 ремонтных очков дается.
Это у нас приблуду сделал Романыч давным-давно. Ее просто сейчас уже ляпают, куда только не ляпают. Можно даже так сказать. Тоже не хватило, видимо, то ли терпения, то ли желания затекстурить нормально ее. Видок такой же отвратительный, как и на кабине. Смотрим далее. Так, снимаем морок. АТЗ. Это у нас заправщик идет. Выглядит, знаете, учитывая длину рамы, длину шасси, то есть выглядит отвратительно. Так, где я заправку-то? Заправляется 2500-2550 тонн в этот бак цистерны. 2 тонны, по-моему, это маловато для такого бачка. Не смотрится. Вот честно могу признаться, не смотрится вообще никак. Ну, это, опять же, сугубо моя личная точка зрения. Лесовоз. Лесовоз — это очень хорошо. Поехали, сразу посмотрим, как он у нас, собственно, работает. Стопэ. Свои грузы. Во. Грузится. Отлично. Сколько очков? 4. 4 очка. Да ну нахер. Двушка. Стандартная двушка. Он зачем-то взял, переписал ее под 4 очка. Не знаю, для чего это он сделал. Минус. Минус. Кузов. Кузов, в принципе, выглядит неплохо. Цвет, конечно, отвратительный. Можно было сделать каким-нибудь другим цветом, но взял какой-то цвет дресни, так скажем. Так, брызговики, кстати, колышутся. Подтверждено. Вот. Теперь нам дали 3 очка. Все те же самые бревна. Не знаю, почему 3. Ну, 3 так 3, что теперь? И переходим непосредственно к нашим колесам. Шоссейная резина. Это у нас идут камазовские колеса с нового КамАЗа. Далее. И у нас идет, как они называются, арочные колеса. Арочные они называются. Я постоянно забываю, как они называются. Мы поедем на арочных с грузом. Тестировать поедем сразу в грязь непосредственно. Так, геймпад в руки. Погнали. Так, поехали. Сначала в бассейн рюхнемся, посмотрим. Есть анимация рамы, да, она присутствует. Ну, не видно, чтобы, знаете, она уж очень сильно там прогибалась. Анимация кабины есть. Врубаем полностью все. По проходимости сразу могу сказать, завысил. Дефолтные машины, потому что они с пробуксовочкой идут здесь. А этому насрать, по большому счету. Зачем указана 10-ступенчатая коробка передач, я не понимаю. Какой смысл в этой игре от 10-ступенчатой коробки, 9-ступенчатой? Зачем про это вообще писать? Какая разница, сколько скоростей? Нам главное, чтобы он пер лес и по большому счету выполнял свой функционал. Завышена. Завышена проходимость очень и очень сильно. Без проблем перелезли через бревно. Очень и очень завысил, конечно. За это отдельный минус такой. Вот такой вот небольшой обзор на данного рода модификацию. Отсутствие рессор не делает хорошо этой машине. Не знаю, почему отсутствует. Может быть, бубльгум, так скажем,
соизволит и напишет, почему. Почему отсутствуют рессоры-то? Иди, твоя мать, куда они делись-то? Каким образом сейчас идет амортизация колес? А по большому счету мод получился очень даже неплохо. Зачетно. Если брать, допустим, по пятибалльной шкале, то, ну, твердое 4 стопудово. Единственное, я говорю, это с текстурами, если поработает и сделает, приделает к нему все-таки рессоры, что, в принципе, здраво. А с вами был Карабаш74 со своим таким кратеньким обзором на Катаси. Вот. Скачайте, посмотрите, ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Не забывайте, ребят, ставить лайки. Всем удачи, всем пока.